разные звезды и страны. Минуту на минуту начнется концерт Елены Воробьей. В конце представления мы попытаемся прорваться сквозь эту толпу и задать ей пару вопросов, а также подарить цветы. Красиво. Видите, вас облезет. Букетка был красивый. Да. Утро я начинаю. С того, что думаю, с какой ноги встать. Ваше творчество сейчас это? Полная импровизация и поиск новых образов. Самый главный переломный момент в вашей жизни произошел когда? Когда я все-таки поступила в театральный институт и начала свою жизнь с чистого листа, шаг за шагом, идя навстречу к своей мечте. Ради музыкальной карьеры никогда не решились бы подлить яду сопернице на интимные связи с продюсером. Ну, я не знаю, смогла бы я отказаться. Если у вас есть райдер, то самый важный пункт в нем? Я бы сказала, самый оригинальный. И самое, наверное, важное, это давайте. Солнечная погода. Как минимум, там написано в скобках, красным выделено. Облачно с прояснениями. До и после концерта я... Вообще не человек! Я нервничаю до выхода на сцену, потому что часто в день выступления, как правило, я пробую что-то новое. Нет одинаковых концертов. Это всегда встреча с новыми зрителями. И поэтому даже сегодня вот было много импровизаций, новых зарисовок, этюдов и номеров, которые вот просто буквально сегодня написала. Своему ребенку я никогда не говорю, что она бездарна. Никогда не говорю и никогда не скажу. Каждый человек талантлив, у каждого свой талант, и важно его угадать. Анапа и ваши ассоциации с ней? Это всегда этот зал. Я очень хочу пожелать этому залу, чтобы поставили кондиционирование, чтобы в июле было более комфортно работать, потому что за концерт я минус килограмм теряю. Анапа – это всегда много детей, много фруктов, люди в простецких одеждах, без ложного пафоса. Здесь всегда комфортно, всегда чувствуешь себя своим. Единение с городом и с природой, с морем, с этим потрясающим, успокаивающим морским пейзажем. Спасибо. Удачи! Я как-то не страшно, не страшно.